Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Особисті кордони, що це таке і як їх відстоювати, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» психологиня Катерина Міллер. Катерина, я вас вітаю у нашому прес-центрі, рада вас бачити. Розкажіть, будь ласка, що ж таке особисті кордони? Когда мы говорим о личных границах, еще их называют психологические границы, то мы подразумеваем, насколько человек сам для себя определяет, кем он является, каковы его цели, каковы его желания, каковы его потребности. И второе, насколько он умеет защищать и отстаивать свои интересы. То есть, допустим, когда человек четко понимает, что вот этого хочу я, они навязывают мне мои родители, мои родственники, близкие, либо это является модным с точки зрения средств массовой информации. То есть это понимание себя, своих потребностей и умение их отстоять. А какие функции выполняют эти особисті кордони? Ну, исходя из того, что я только что сказала, первая функция – это определяющая, то есть человек каким-то образом позиционирует себя, он представляет себя миру. То есть либо, ну, если привести пример, то либо этот человек яркий, успешный, уверенный в себе, либо человек представляет себя как нытик, зануда, вечно плачущий, жалующийся на свою жизнь. То есть это представление себя миру. И вторая функция – это защита. Это защитная функция, это защита вот этих своих интересов, потребностей, отстаивание их, умение отстоять себя, не позволить сесть себе на голову, каким-то образом манипулировать собой. То есть вот эти две функции. Можливо, можно якось схематично зобразити ось ці особисті кордони? Да, если схематично изобразить, то здесь пойдет речь о трех уровнях ценностей. То есть первое – это ценности ядра. Это те функции, это те ценности, которыми человек не поступится никогда, ни при каких условиях. Ну, например, человек говорит, я никогда не смогу убить осознанно другого человека, либо я никогда не смогу предать свою семью, я не смогу предать друзей. Либо он говорит, я никогда не смогу подсидеть коллегу и каким-то нечестным образом занять должность, я никогда на это не пойду. А второй уровень – это так называемые промежуточные ценности. Вот здесь уже речь идет об избирательном отношении к тем ценностям, которые есть у человека, и об избирательном впускании окружающих людей в эти ценности. Ну вот, например, если ночью вас разбудит ваш ребенок и скажет, я себя плохо чувствую, конечно же, вы проснетесь и уделите ему внимание. Но если ночью вам позвонит нетрезвый сосед по даче и скажет, вот мне тут скучно, давай поговорим, то, конечно же, вы скажете, ну, извините, я отдыхаю, справляйтесь сами. И третий уровень ценностей – это такая внешняя граница, так называемый обменный фонд или ценности периферии. То есть это те ценности, которыми человек уже может обмениваться. Ну вот, например, вам позвонит ваш мастер маникюра и скажет, вы могли бы перенести нашу встречу там, с 12 часов на 4 часа? Ну и вы подумаете, в принципе, ничего не теряю, время есть могу. Или мы стоим в очереди, например, и видим, как подошла в очереди женщина с ребенком, и вы договариваетесь с людьми в очереди, мы могли бы ее пропустить? Ну вы понимаете, что ребенок капризничает, плачет. И люди в очереди говорят, да, конечно, пожалуйста. Или, например, сотрудник говорит, мы можем с тобой поменяться дежурствами, ну вот отдежурь за меня на этих выходных, я вместо тебя на следующих. То есть мы понимаем, что вроде бы как идет речь об ущемлении каких-то наших интересов, вроде как мы в чем-то страдаем, но в то же время это не тот случай, чтобы мы прям слишком были задеты наши ценности, наши интересы. Поэтому вот это те ценности, которыми мы можем размениваться для того, чтобы у нас было хорошее межличностное общение, взаимодействие с окружающими. Дякую за відповідь. Розкажіть, будь ласка, що таке дистанції в міжособистісному спілкуванні та соціальний і фізичний простір? І чи пов'язані ці поняття з особистими кордонами? Да, здесь хотілося б внести ясність, тому що часто виникає путаниця дистанції в общенні, соціальне, фізичне пространство і лічні границі. Если говорить о дистанциях, то существует 4 типа дистанций. Это речь именно об общении, вот как мы сейчас с вами. То есть у нас есть интимная дистанция, это вот
это дистанция, в которую вхожи самые близкие люди, до 50 сантиметров. То есть когда мы обнимаем, целуем своих близких, родных, любимых людей. Где-то от 50 сантиметров до 1,20 метра – это так называемая личная дистанция. Ну вот сюда уже вхожи тоже наши знакомые, друзья. Это та дистанция, на которой мы позволяем себе общаться, ну, с такими знакомыми людьми. Дальше идет речь о социальной дистанции. Вот у нас сейчас с вами социальная дистанция где-то до 3,5 метров. И четвертый вид – это публичная. Но это именно речь о дистанции в межличностном общении. Что касается пространства, оно бывает социальным и физическим. И здесь нужно понимать, что люди могут находиться рядом друг с другом в одном физическом пространстве, но при этом с точки зрения социального пространства занимают совершенно разные уровни в иерархии, в социальной структуре, в социальной стратификации. Вот, например, мы возьмем автомобиль, в котором находится водитель и, допустим, банкир. То есть с точки зрения физической дистанции эти люди находятся рядом друг с другом, расстояние минимальное. С точки зрения социальной дистанции расстояние между ними колоссальное, потому что где водитель и где банкир. И в то же время, если мы возьмем двух банкиров, допустим, один в Днепре, второй в Лондоне, с точки зрения физического пространства расстояние огромное, но социальные дистанции, они занимают одинаковое место. То есть они даже, возможно, знакомы, знают друг друга, общаются. То есть здесь тоже нужно, ну, вот понять вот эту разницу. И, конечно же, к теме личных границ это не имеет никакого отношения. Просто хотелось зрителям внести ясность для того, чтобы они не путались в этих понятиях. Скажіть, будь ласка, от повертаючись до нашого попереднього запитання, якщо, наприклад, вас штовхнули в супермаркеті, чи наїхали на ногу візком, чи є це порушенням особистих наших кордонів? Во-первых, это речь о нарушении ваших личных границ с точки зрения общения, с точки зрения дистанции. Даже, возможно, въехали в пространство вашей интимной зоны, и если еще и наехали возиком, то, конечно, здесь речь идет о причинении физической боли, то есть больно. Но ни в коем случае это не речь о нарушении личных границ. Это тоже нужно разграничивать. Скажите, якщо людину примушують на роботі залишатися там понаднормово, чи є це порушенням особистих кордонів? От якщо речь йде о том, що заставляють, як ви сказали, то, звісно, здесь уже нарушають границі, тому що у чоловіка на роботі є определенний регламент, є функціональні обов'язки, є чітко отведенное время для работы, и если его заставляют оставаться сверхурочно, то, конечно же, это уже идет речь о нарушении его конституционных прав, нарушении его профессиональных прав и в то же время нарушении его личных границ, потому что человек уже должен отдыхать, а здесь мы видим ситуацию, когда человек, я так понимаю, не может отстоять, не может сказать «нет», он идет на поводу руководства, тем самым позволяет ущемлять каким-то образом его права и ущемлять вообще его пространство. Ну, дійсно, ви сказали, багато хто не може відстоювати ці свої особисті кордони, свої якісь права. Як це робити правильно, чи можливо цьому навчитися? Ну, прежде чем отстаивать, нужно сначала сформировать границы. То есть я начала с того, что объяснила, что личная граница – это понимание человеком, кто я и чего я хочу. И когда мы говорим о нарушении границ, то речь идет о том, что человек не понимает, что им уже начинают пользоваться и манипулировать. И опять-таки здесь нужно понимать, на каком уровне ценности идет вот это манипулирование, потому что общение между людьми – это всегда социальное взаимодействие, то есть мы не можем быть изолированными от общества, человек социален, и мы всегда общаемся друг с другом. И ежедневно перед нами стоит выбор, в чем-то мы готовы поступиться, а в чем-то мы категорически, нет, категорически я не пойду на уступки. И для того, чтобы отстаивать границы, сначала нужно понять, кто я, чего я хочу от жизни, чем я могу пожертвовать для того, чтобы не причинить себе такого уж прямо сильного дискомфорта. А в чем я никогда, не позволю я звонить себе в 2 часа ночи с точки зрения пьяного соседа и рассказывать какие-то свои трудности. Нет, этого не будет.
Але ж багато хто не може відмовити. От ми говоримо про те, що дійсно не знаю, від чого це залежить. Можливо, ви поясните слабкість там характеру або от якесь подавляння власних там емоцій, коли людина дійсно їй стає незручно, вона не може відмовити, навіть якщо це там і ви сказали нетверезий сусід, або це навіть якщо керівництво щось просить зробити, що не входить в обов'язки цієї людини. Можливо, можна навчитися якось відмовляти або як робити це грамотно. Когда идет речь о тех ситуациях, которые вы перечислили, возникает вот такое у человека внутреннее ощущение неловкости, я не могу сказать «нет», вот неумение сказать слово «нет». Потому что человеку будет казаться, что «а что же обо мне подумают, я покажусь каким-то неделикатным, каким-то грубым». Но опять-таки идет речь о том, что человеку нужно решить. Либо ты хочешь быть для окружающих хорошим, таким податливым, милым, либо же отстаивать свое пространство и не позволять в него вторгаться. То есть это уже, знаете, вот такой выбор для человека, что для тебя важнее. То есть важнее быть хорошим для окружающих, либо важнее в 2 часа ночи позволять себе выспаться. И вот когда человек внутренне для себя понимает, что я не хочу в 2 часа ночи выслушивать рассказы какого-то человека, либо я не хочу постоянно оставаться сверх работы просто лишь потому, что я не могу отказать, кто-то может, а я нет. Вот в этот момент возникает необходимость формирования границ. То есть я должен провести какую-то черту и тем самым показать окружающим, что за эту черту заходить нельзя. То есть в чём-то я могу. Вот вариант поменяться дежурствами, потому что попросил коллега, ну потому что там действительно возникла ситуация, может приехали родственники, может заболел кто-то. Я могу, но с учётом того, что потом человек отработает вместо меня. И опять-таки, если это не причинит человеку в данный момент дискомфорт, да, если действительно вот у меня на эти выходные свободное время. То есть мы не можем рассмотреть все ситуации, потому что их просто миллионы. Но нужно понимать, что для каждого человека индивидуальны, его границы индивидуальны. И то, что для одного является недопустимым, для второго это будет вообще в порядке вещей. То есть для кого-то в 2 часа ночи выслушать нетрезвого соседа, боже, это же такое счастье. Хоть кто-то мне позвонил, да, обратил на меня внимание, да я готов слушать тебя всю ночь. Ну, то есть у каждого все это очень индивидуально. Ну, тобто можна сказати, що є така межа між людяністю та розумінням, як ми так говоримо, оцей приклад з приводу того, що помінятися чергуваннями, і між якимось егоїзмом, якщо це можна так назвати. Тобто, коли людина не хоче йти на поступки і, ну, скажімо так, прикриває свій егоїзм, те, що це особисті кордони. Можливо, от якось є поради, як за цю межу не перевалити у поганому сенсі. Но что такое эгоизм? Это когда главное, чтобы были реализованы мои потребности, неважно каким образом, за счет других. То есть главное, чтобы я, за счет другого. А когда личные границы, то это главное, чтобы я, но в то же время не мешая окружающим. То есть вот грань в этом, чтобы не вредить другому человеку. То есть я отстаиваю свое пространство, но при этом не хочу никому сделать плохо и больно. Вот не трогайте меня, и все будет хорошо. Вот в этом есть вот разница, вот эта граница. Хочу ще трішечки, у нас є час таку тему підняти. Ви сказали за те, що людина не може жити без соціуму, і от тут така теж цікава межа. У нас нібито є особисті кордони, але при цьому ми маємо все одно залишатися в соціумі, чи нам, можливо, соціум не необхідний для існування. От на вашу думку, як правильно залишатися в суспільстві і при цьому тримати свої кордони? Любой человек должен понимать, что мы живем в постоянном социальном взаимодействии. Человек не может быть изолированным от других. Вот эта фраза, которую мы часто слышим, что должен быть независимым, стремиться к независимости, ну это иллюзия. Мы не можем быть независимыми. Мы зависим от окружающих. Мы зависим от того, довез ли доставщик продуктов еду в супермаркет. Если он ее не довез, то пустые полки уже вызывают истерику. Мы зависим от того, как у нас складываются отношения на работе. Мы общаемся с нашими соседями и тоже отношения с ними выстраиваем. И здесь очень важно понимать, что личные границы должны всегда
они всегда вращаются в рамках вот этого межличностного общения. Вот то, что вы правильно сказали, эгоизм, да, чтобы это не переходило в эгоизм, только для меня, только лишь мое мнение. Так не получится, потому что вот эта позиция только для меня, она неизбежно приведет к конфликтам. И поэтому у человека есть вот этот так называемый обменный фон ценностей, вот этот, вот это ценности периферии, на котором мы можем уже каким-то образом подстраиваться под окружающих, тем самым сглаживая возможные конфликты. И если ситуацию в супермаркете с тем, что с тележкой, кто-то воспримет это прям как личное оскорбление, вы наехали на меня тележкой, да как вы могли, то кто-то скажет, ну я же понимаю, что вы не специально, ну это всяко бывает, ну колесико могло, случайно там заехала тележка, да, как-то крутнулась, ну не удержали вы ее. Ничего страшного, не волнуйтесь. И конфликт тем самым просто сойдет на нет. То есть нужно это понимать, что мы живем в обществе, и нам нужно учиться общаться друг с другом. И любое общение, оно должно строиться в первую очередь на принципе уважения, уважения к окружающим. И если каждый человек будет уважать окружающих, то, соответственно, к вам тоже будут относиться уважительно. И у нас будет складываться нормальное такое міжлічностне общение, безконфліктне. Дякую вам за відповідь. Пропоную підсумувати нашу прес-конференцію. Давайте ще раз коротенько про особисті кордони, чому важливо їх відстоювати і чому важливо розуміти ситуацію, в якій ви знаходитесь, і з чим важливо не плутати ці особисті кордони. Личные границы – это о понимании человеком самого себя, своих целей, ценностей, потребностей, а не о тех ценностях и целях, потребностях, которые ему навязывают окружающие. Ну вот, к примеру, да, мы говорили, там, ты пойдешь учиться в институт, потому что… Не потому что это нужно тебе, а потому что это нужно кому-то, потому что это престижно. И также об умении эти границы защищать. То есть вот это мое пространство, пожалуйста, в него не лезьте. Личные границы не надо путать с дистанциями в общении, которых 4. Не надо путать с социальным физическим пространством, потому что это немножко разные вещи. Личные границы для начала надо отстроить, потом их защищать. И важно помнить, что мы живем в обществе, и очень важно таким образом выстраивать границы, чтобы не возникали конфликты в межличностном общении. Дякую вам за відповідь, за нашу чудову прес-конференцію. Сьогодні говорили про особисті кордони, що це таке, як їх відстоювати і з чим не плутати, розповідала наша гостя, психологиня Катерина Міллер. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.